Очень такое прям чувство есть, то, что охота даже приходить. Современная. Да. Милана Габдуллина впервые пришла в обновленную поликлинику на прием к своему участковому врачу. После капитального ремонта ее с трудом можно узнать. Теперь поликлиника полностью соответствует всем современным стандартам и готова к приему как детей, так и взрослых, проживающих в микрорайонах, водников и мебельной фабрики. И снаружи, и снутри она стала лучше намного. Тут для маленьких очень теперь можно играть вместо, что было. Стены, да, другими стали, они покрасились, и они очень стали красивыми тоже. То есть все изменилось? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Качество проведенного капитального ремонта оценивают глава муниципального района и руководство Центральной районной больницы. Они осматривают кабинеты и новое оборудование, общаются с врачами. Для наших жителей очень важно, чтобы было оборудовано, тепло, уютно. Красивый, хороший персонал, добрый персонал, прежде всего. Ну, буквально несколько лет назад мы здесь открыли женскую консультацию в историческом здании. То есть это уже вот они совместили с детским отделением, направлением. И наверху уже взрослые пациенты принимают. Во время капремонта они переехали в центральную поликлинику. И сейчас вернулись на свои новые места, которые отремонтированы с новой мебелью. Тоже персонал. Капитальный ремонт поликлиники проведен в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2021 году. Здесь заменены дверные блоки, напольные покрытия, проведены внутренние отделочные, сантехнические и электромонтажные работы. Отдельно построены входные группы, а также создана доступная среда для мам с колясками и для маломобильной группы населения. Спасибо, Руслан Галевич, президент нашему, потому что действительно медицину, как и другие отрасли, конечно, и образование, медицина, вкладываются огромные средства. А наша задача, чтобы это работало на благо людей всем.